как МТ-1 мешается с подсолнечным маслом, а потом замешаем с соляркой. Берем подсолнечное масло. Изначально воду смешиваем с активатором. Миллиграмм воды, обыкновенная вода, могу даже попробовать. Наливаем. Ты можешь снять его, а там где-нибудь. 500 грамм воды. Сейчас к этим 500 грамм воды добавляем активатор. Вот он активатор. Триста грамм активатора. Сейчас мы должны активатор перемешать с водой. Простота в том, что это топливо можно в домашних условиях даже приготовить. Обыкновенный миксер. Добавляем 1000 миллиграмм подсолнечного масла.
получается вот по делениях почти 2 литра биодизеля. Это первый замес с подсолнечным маслом. Второй замес будем производить с соляркой. Опять берем 500 миллилитров воды. Активатор. Добавляем дизтопливо. Перемешиваем. Получаем почти 2 литра дизтоплива. Сейчас я вам покажу потому что все говорят при смешивании с водой любых видов масла или солярки, оно горит. Оно горит только при определенных обстоятельствах. А так оно. В чем заключается? В безопасности для военной промышленности. Вот это топливо.
А не хочет оно гореть никак. В оборонной промышленности это бумага вот горит, а топливо так не горит. Сейчас мы попробуем его зажечь. Вот горелка с немецкого котла, которая работает на жидком топливе. Или на печном, или на керосине, или на дистопливе. Изначально мы зажжем ее на дистопливе, как она работает. Изначально попробуем на подсолнечном масле. Текучесть, сами видите. Вот текучесть. Я топлю на основе подсолнечного масла.
топливо на солярке. Краще ми пробували біотопливо на подсолнечном масле. Воздух надо убирать на половину, перегревать почти третью часть только воздуха нет. Задачу воздуха надо перегревать. Третью часть только остается подача воздуха, потому что при сгорании вода разлагается на кислород и водород. И не надо нам сколько на обычном топливе воздуха. Воздух присутствует уже в биотопливе.